Итак, мы примчались к Флойду, чтобы узнать, где же найти более мощный процессор. Ну что, Флойд, не знаешь, где я могу достать хай-эндовые детали для компьютера? Компьютерные детали? Не-а. Точно? Ага. О, нет! Есть один малый, он живет на башне сотовой связи, недалеко отсюда. У него тонна компьютеров. Хе-хе, чуть не забыл. Так я и думал. Загляну к нему. Как ты эту хижинку ты не видел? И как мне туда попасть? Осторожнее там! Я часто слышал стрельбу из этого домика на дереве. Говорят, там наверху живет какой-то помешанный и стреляет во все, что движется. Похоже, он ходячий стереотип. Слушай, все мы для кого-то ходячие стереотипы. Ты это видел? Удивительно! Шо вон? Не могу. Вот теперь могу. Так, если бы я был олухом, живущим на дереве, где бы я хранил детали компьютера? Попалась, сволочь из Фиска! Я не из Фиска! Я похож на засранца? Ну, может быть, ты сволочь не из Фиска. Но я все равно тебя застрелю, так будет спокойней. Стой, слушай, я не из списка, я просто пришел украсть у тебя детали компьютера. Думаешь, пока у меня в руках пушка, я позволю тебе это сделать? Да, и у меня есть пушки. Вот как? А умеешь ли ты стрелять? Я американец. Такая скотина, как ты, может пригодиться. Смотришься фотогенично. Мне нужен клип для шоу. Отойди и покажи, что умеешь. Не бойся смерти. Смерть тоже фотогенична. Спасибо. А то ты до этого меня недостаточно напугал. А что, местный блогер, что? У меня тут повсюду камеры. Если ты действительно можешь показать класс, то у нас будет отличная запись. Супер. Всегда хотел сыграть в фильме «Жертвы деревенщины». Что делаем? Получите минимум бронзовый рейтинг в эпизоде 1 Back National против Апокалипсиса. Ну вот так хорошо все начиналось. Так я так понимаю, гонки на время, да? Задача. Эпизод Back National против Апокалипсиса. Заработать ведя очки за убийство перебравших и выполните задание Бака. Окей. Мои клиенты очень разборчивые, поэтому делай именно так, как я скажу. Давай. Так, убийство при отскоке. Так, три убийства готово. Скользи и бей. Легко. Готово. Вот новенькое для тебя. Убийство вентиляторов. Один вентилятор готов. Второй вентилятор готов. Поезд. Поезд боли мчится. Подпрыгивай и руби. Быстро при отскоке. Скольжение. А чё ж вы не дохнете? Поможете мне рассказать? Так, дальше. Вот новенькое для тебя. Опять вентиляторы.
Так. Дальше. Переключатель, чтобы вызвать поезд. Подари им бой. Подпрыгивай и руби их. Допустим. Добавь еще безумия. Чё, бля, прикалываешься? Жми на переключатель, чтобы вызвать поезд. Подари им бой. Возвращайся и бери свои детали. Возвращаемся к баку, чтобы забрать, значит, наши детальки. А где бак-то? На самом верху, что ли? Где у меня тут заход-то был? Где-то с этой стороны, по-моему. Детали компьютера на столе. Мои ребята сидят во всех уголках города. Камеры готовы к работе. Просто найди их и действуй. Тебе заплатят по заслугам. Забрали процессор. И пошли отдадим Сэму процессор. Блин, стройка, ё-моё. Грёбаный апокалипсис. Слышу хлопуна. Я думал, вход. Свобода. Я просто, типа, свобода. Круто. Посмотрим. Не готово. Если ты все-таки найдешь выход из города, ты вернешься и спасешь нас, да? Вернуться? В Сансет-Сити?
С чего бы это? Ну да, вернешься и спасешь нас. Это же ты! Извини, незачем было вообще спрашивать. Это займет пару часов. Я сообщу, когда закончу. Привет, это Флойд. Я готов к очередной варке. Когда подготовишься, возвращайся. Так точно. Сейчас вернемся. Ученый парень. Покажите мне его на карте. Чтобы начать готовить, мне нужно кое-что еще. Аэростаты физии. А где я их должен собрать? Покажите мне, где они, я их соберу. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Что, просто так искать на городе, по городу, где аэростаты? Давайте карту возьмем. У двух шляп. Шляпа, ты где? Давай. Здорово. Поговорим об оружии. Давай поговорим о коллекции смартфонов, обуви, физики, энергетики, аэростаты, бумага, аэростаты, физи. Вот они. Удачной охоты! Блин, песик, пойдем со мной. Ты мне так нравишься. Вот они, аэростаты. Можно пойти к ближайшему. Хоть, ну вот где-то здесь, в общем. Он где-то здесь. Где-то здесь наверху. Это достаточно высоко. Только где он? Вот он парит. Готов. Рядышком еще один где-то парит. Эй, девушки, давайте аккуратнее. Вот он, парит. И как его, блин? Yes! Жесть какая. Это я типа достал, да? Ну ладно. Так, и вот сюда, наверное. Пока-пока. Спасибо за аптечку. Один. О, он где? Так, понятно. На кран хрен залезешь. А где тут хрен залезешь, куда, блин? Хрень какая-то. Я ж думал, это тоже отпружинит.
Окей, как мне сюда залезть? Да ё-моё! Какой-то он паркурщик, да не до конца. Шёл вон. Херня какая-то. Все, можно, да, возвращаться. Да, так все и было. Так. Эй, как там ловушки у стен базы? У меня закончилось время, когда я их расставлял. Может, доделаешь за меня? Поставь у баррикады еще несколько руби кромсай. Иди ко входу на базу! Иду, детка. Я поиграл с дизайнами ловушек и придумал новую. Только что загрузил ее в твой телефон. Ловушки Руби Крамсай разрубят любого, кто подойдет слишком близко. Ловушки Реш Крамсай не причинят тебе вреда. Не беспокойся. Круто. Я только что загрузил в твой телефон доску для зафигачивания. Она отправит врагов туда, откуда они пришли. Сделай так, чтобы она не была нацелена в сторону базы. Выбери доску для зафигачивания и установи ее. Ну, сейчас установлю. Тебе нужно следить за расходом энергии. Каждая поставленная ловушка расходует часть энергии. Нет энергии, нет ловушек. Окей. Если нужна энергия, ты всегда можешь убрать ловушки. Следи за ловушками. Перебравшие могут их уничтожать. Если ловушку уничтожат, свободная мощность возрастет. Сеть работает с максимальной нагрузкой. Ставь как можно больше ловушек. На сегодня этих ловушек хватит, но скоро нам понадобятся более мощные. Я не инженер. Или инженер? Ну, в общем, может, тут выжили люди, которые умеют создавать ловушки. Так что поищи их в городе. Смысл я понял. Если хочешь расставлять ловушки, поверни вентиль, и мы займемся делом. Я уже закончил. Вот так можно использовать всю энергию. Без остатка. Если она понадобится, просто отключи одну из установленных ловушек. Все, я тебя умоляю, чувак, давай, заканчивай. Ты все усилители используешь? Опять ночь. Они же крутые, да? Ну что, взведем курок из басы в рог? Они идут быстро. Постарайся уничтожить их, пока они не добрались до ловушек. А вот патроны кончились. Где эта токсичная хрень?
Опять патроны кончились. Ха! Тихо, ребята, ребята. Не дают преодолеть баррикады. Двигайся по базе. Скользи и прыгай, малыш. Что, прошли что ли уже? Не подпускай их к бакам! Нашим бакам грозит опасность! Какого хрена там? Пупер, блин. Все, у меня остались еще. Следующая волна. Похоже, ты уже осваиваешься. Все, волна пошла. Что за палки в колеса? Ты кто такой? Ты продавец мороженого? Мерзость в натуре. Что там опять? Они крадут наш энергетик! Тихо, тихо. Все, мы закончили. Сметь воровать мой энергетик. Салют, детка. Рок-н-ролл. Награда. Гори, детка. Сейсмоу удар. Понятно. Так, не забудь только усилители использовать. Не забуду. Так, усилители. Удар со взмаху, героические, эпические. Новое, значит, личное пространство. Это что было? Так, который вступает с вами в рукопашную, отбрасывает силовое поле, после они получают урон, перезарядка 3 секунды. Пущай будет. Удар с размахом, нифига. Так, бомбочка. Вот, сейсмоудар. Направленная ударная волна после бомбочки сбивает врагов с ног, наносит им урон. Окей. А можно и вот так вот сделать, да? Отлично.
Так, а для пушек? Для пушек что-нибудь есть? Это что такое? Ребятка, убийства этим оружием могут создать взрыв, который подожжет врагов. Тин. Вот так вот. Здесь закрыто все. Все закрыто. Старик Уолтером зовут, что ли? Он пришел, сказал, что тебя знает, так что я отдал ему твой пропеллер. Что? Выглядело злобно. Да, похоже на Уолтера. Привет. Попытка с пропеллером была ничего, но из-за тебя все провалилось. Встретимся на эстакаде. Черт побери. Лут. Собрали и продолжим в следующей части.